Скажи, да. Вот на поле пришли. Курбан, как профессиональный футболист. Это что, да, у тебя Динамо, что ли? Динамовский, да. Это шарф куда ты одел здесь? Это... Люди на голову одевают, ты на... Главное, чтобы носился, да, блин. Вот же он шарф на голову тоже. Чего шарф? Че? А ты тоже хочешь? Не сними, не сними. Ой. Ну, ты Веном, а смотрел Веном, you see? Веном? Yes, фильм из Веном. Я Веном, брат. You Веном? Да, брат. Ход боя отменили, мы в зале, Пашин. Ширвани. Ну, как, короче, мы здесь? Хорош, хорош. Чисто хновская поддержка здесь. Исраил, Исраил, ваши ощущения после того, как ты завоевал этот титул? Одни эмоции, да? Хорош, хорош. Ну, у тебя поезд где будет? Ассаламу алейкум, друзья. Наши бойцы СЭГЛФС обрадовали своими победами. А в Кисловодске пополнение на помощь Сеферовичу. Приехали Магомед Гаджи и другие бойцы. Подготовка идет полным ходом. Иншаллах, в следующем году Ислам обрадует своей победой. Отправь Царукьяна домой отдыхать. Баракала. Хорошо, Рамазан, не тянешь вообще ни сколько? Ой, Альбус, да? Теперь, да? Дал слово, не буду. Я только что спальник с утра, да? Мне, походу, спальник не взять. Как, Адель? Эй, со мной что не фоткается, брат? Со мной что не фоткается? И наши качки, разница. Это фронтальные. Ты знаешь, Махмед, мы можем удивить быстро.
450 евро, так, да? 4 раза, да? 4 раза, да? Чанко, чё скажешь? Эмоция, брат, эмоция. Так, еще один день позади. На этом мотоцикле сейчас выйдем в город. Город хочу выйти. Эй, Белару, я купаться пойду. Мотоцикл разогреешь. Сколько? Карбюратор, инжектор? А? Карбюратор, инжектор. Я вот эти вещи не разбираюсь, просто разогрей машину. Машину разогрей, я же не спросил тебя то, что внутри. Короче, вот так закончили тренировку. Всем салам Ассаламу алейкум. Сегодня с нами Усатый Джуниор Раджаб Хабибов. Если этому человеку вы что-то обещали, никогда ему не обещайте, если вы не намереваетесь ему что-то сделать. Он жестко настигает. Сегодня он выжимать будет. Зайдин, ассаламу алейкум. Что-то наш братишка мухлюет. На намаз не приходит. Уже последний раз, когда я тебя на намазе видел? В прошлом году, да? Почему не приходит? Вот здесь кофейня, чего-то ждет он здесь, какую-то тему ждет. Что скажешь? Я говорю, он не понимает. Надо что-нибудь придумать. Что будем делать? Я на третьем этаже был, а ты вас... Он сам тоже не будет. На третьем этаже закрыто будет, только на Рузман там открывают. Нет, а.